Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за это время, особенное время, помазанное время для определенной цели. И эта цель – прославление Тебя, Господь, Твоей завершенной работы, Твоего смысла, смысла нашей жизни. Мы так рады, Господи, быть в Твоем Слове. Мы благодарим Тебя за это связанное Евангелие, которое уже тысячелетия, два тысячелетия подтверждается снова и снова. В Твоем апофеозе Царь царей, Господь господствующий, Мессия, который в нашей жизни занимает удивительный трон. А мы, оказывается, на этом престоле милости и благодати также занимаем важное место. Благослови это слово во имя Твое, Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Сегодняшнее слово будет состоять из трех частей. Две части были, в некотором смысле, это те посылы, которые пришли из мира. Они явно будоражат людей, волнуют. Первый из них – продолжительность жизни человека зависит от даты его рождения. Ложь. А вот наша Евангелие говорит такую вещь. Продолжительность жизни человека зависит от рождения свыше в Иисусе Христе. И тогда эта продолжительность жизни имеет значение вечной жизни. Посмотрите на Евангелие от Иоанна, 17 главу. Как замечательно Господь говорит. Это такое увещевание для учеников, для нас с вами. Он говорит об Отце. Отец, первый стих. «Вот пришел мой час. Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Я пришел по Твоему замыслу. И Твоя слава будет. Яви Своего Сына в том, что Ты обещал в Бытие в 3 главе 15 стихе. Что все дела дьявола будут разрушены. И я прославлю Тебя. Сейчас. Итак, я возвратился. И это интересно, правда? Иисус говорит, а и я, Отец, прославлю Тебя. Ты дал Сыну, второй стих, власть над всякою плотью. Да всему тому, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Мне нравятся эти слова. Я имею жизнь вечную. Мне не нужно смущаться, что я так говорю. Не нужно оправдываться за то, что я так говорю. Потому что мое оправдание является его действие, завершенная работа на кресте. Это слава Отца, слава Сына. 2000 лет уже это продолжается. И мы с вами являемся теми, кто прославляют эту благодать завершенной работы. Не своими делами.
Вообще наше, у нас есть дело. Знаете, какое дело? Об этом написано в 6 главе Евангелия от Иоанна, в 27 стихе. Дело наше – верить в Него, в того, кого Отец послал, дал нам. И смотрите, дальше идет. Он даст вечную жизнь всякому, кого ты привел к Нему, Отец. И третье, вот оно объяснение. Это же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога. Сколько людей говорят, да, Бог един, религии разные. Одна секунда, здесь продолжение есть. И это продолжение такое. И посланного тобою Иисуса Христа. Вечная жизнь в Иисусе Христе. В Иисуса Христа верили до Его распятия. Да, это верили. И мы с вами обнаруживаем в нашей жизни. Вы знаете, есть слова, 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 но они не исполняются. Наша надежда уже исполняется, потому что мы идем в этой вечной жизни. Потому что в нас происходит это чудо. Духом Святым мы читаем эти слова, мы славим Отца, мы славим Иисуса Христа, мы славим за завершенную работу, славим за смерть, которой Он погиб, мы славим за воскресение, в котором мы участники, мы славим за новую жизнь, и это жизнь воскрешенная, потому что посланный им, Отцом, Сын Его воплотился, стал плотью, и эта плоть была вознесена на крест. Великая любовь. И мы оттуда черпаем именно эту благодать, которая способна переполнять нас и от преизбытка этого переполнения. Мы с вами и говорим, и действуем. Итак, первый пункт. Продолжительность жизни любого человека на этой земле зависит не от философствований или же каких-то учений других. Она зависит от рождения свыше, от принятия Иисуса Христа в свою жизнь как Спасителя, который не только спас вечную жизнь, это первый шаг. Он спасает нас ежедневно. Чтобы мы не путались в каких-то посылах из мира, из всяких философий. Мы вчера разговаривали с внуком, и я затронул такую тему. Мы знаем с вами Исаака Ньютона. Ну, лично, правда, некоторые знают лично. Я, например, да? Шучу. И мы знаем его как ученого, но также он был известен как верующий в Иисуса Христа. Первая часть его жизни – это была жизнь, наполненная Иисусом Христом. А потом он влюбился в науку. Он стал ученым. А миру только и нужно это. Чтобы был ученый. И тогда остальные все равны. Нет. Мы берем Библию. И в Библии мы говорим слова Иисуса Христа. Не мы их придумали. И мы говорим о том, что сказал Иисус в разговоре с Никодимом. Никодим, у тебя проблема. Ты видишь меня только как учителя. Потому что тебе нужно принять меня. Быть рожденным от Святого Духа, и тогда вся вот эта книга, которую Ветхий Завет, который ты знаешь, она превратится в открытый ресурс для тебя, чтобы ты видел перед собою не только человека Иисуса, не только того, который делает мессианские чудеса, но чтобы ты увидел Царство Божие. В 17 главе Евангелия от Матфея есть удивительная вещь.
Господь заходит на гору преображения, и там он преобразился, он просиял, из него свет идет. Рядом с ним появились Моисей и Илия, и они разговаривают втроем. Это был такой шок для Петра, для других. Другие молчали, мы не знаем, какие у них мысли были. А вот Петр, он стал суетиться. Как же, это великий пророк, да? Моисей, здорово, Пятикнижие. Илия, представитель всех пророков, которые были когда-либо. И Иисус, мой друг, вот тебе Иисус, давай поставим здесь палатку, здесь сделаем. И все, и будем так все, вас трое, и мы здесь. И отец сказал: вот это сын мой возлюбленный. Почему он так выделил? Все. Время, оно приходит к своей абсолютной истине. И эта истина пришла, пришло время, когда отец отдал своего сына. И мы с вами в этом торжестве. Можно было бы сказать: ну, Иисус, ты обещал, что ты покажешь свое царство. И он сказал: да, вот оно, мое царство. Там живые люди. Там живые люди. Мы с вами навечно живые. А еще одна мысль была такая. Наше будущее влияет на наше настоящее и прошлое. Например, кто-то хочет стать бизнесменом, кто-то хочет стать великим художником, писателем и так далее. И он думает о том, как он будет созидать. Как вы думаете, это хорошие мысли? Да, мы можем сказать, конечно, хорошие. Они созидательные. Если он так будет думать, то, скорее всего, он поступит в определенное учебное заведение. Он будет созидать свою судьбу. И в своем настоящем он будет питаться от будущего. Физики говорят об этом. А есть Бог, который дал все. И он говорит: смотрите, я очень часто, я так люблю возвращаться к этому месту в Библии. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Ученики получают откровение от Иоанна Крестителя. И это откровение такое: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это 29 стих. 36. Вот Агнец Божий. И ученики пошли. Иоанн, Андрей. Через некоторое время Иисус собирает других. Среди них появляется Нафанаил, которого пригласил Филипп. А Филиппа пригласил Иисус. С Нафанаилом происходит чудесное событие. Когда Филипп приходит к Нафанаилу и говорит: Нафанаил, мы нашли того, о котором говорит Писание. Сначала он не согласился. Филипп не стал его убеждать. Он говорит: да в чем дело? Ты иди сам, да посмотри. Это было настолько убедительно, что из любопытства Нафанаил пошел. И там он сталкивается с фразой, которую говорит Иисус, когда увидел Нафанаила. И эта фраза была такая, вот 47 стих: вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства.
Хорошая фраза, правда? Здорово. Тут же эта фраза сработала. 48-й. Нафанаил говорит ему: почему ты знаешь меня? Откуда ты меня знаешь? Что во мне нет лукавства? Это лесть? Что это? Иисус ему говорит о том, что он видел его, он знает его жизнь, всю. Нафанаил, когда он понял, что перед ним не только человек, а именно Мессия, о котором он думал, может быть, час или полтора назад, о тысячелетнем правлении вполне возможно, о любви Бога, которую Бог имеет к Израилю, и он обеспечит Израиль тем, что написано в Слове Божьем. И он делает признание. Рави, 49 стих. Ты Сын Божий, ты Царь Израилев. И вот очень важные два стиха. 50-й, 51 стих. Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше этого. Хорошая фраза. Если мне кто-то скажет: ну вот, ты знаешь такое, пойдем за мною, увидишь больше этого. Ну да, конечно, я понимаю. Умный человек, и, безусловно, я от него что-то почерпну. Это еще не удивительно. Удивительно в другом. 51 стих, и говорит ему: истинно, истинно говорю вам, отныне с этих пор будете видеть небо открытым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Вот это обещание. Вы увидите небеса открыты. Это было сказано также и Иоанну, который там стоял, и он собирал эти сокровища, которые Бог ему давал через Иисуса, сам Господь Бог, Иисус Христос. Уж он-то точно пережил это. Книга Откровения наполнена тем, что человеческий ум до сих пор пытается познать. Ваш человеческий ум, мой человеческий ум. Бог взял и перенес Иоанна в будущее. И он увидел там и ангелов. Он увидел практически то, что произойдет с людьми, с миром через 2000 с чем-то лет. Мы находимся почти в этом времени. Это был человек, которому Бог показал 2000 лет назад, показал ему и ангелов, а мы через это, и старцев, церковь, которая ликует там на небесах, и как мир будет развиваться. К чему я говорю? Я верю в это, и я предлагаю нам с вами верить в это. Иначе мы будем людьми, которые идут, учениками, которые идут по дороге в Эммаус, о чем-то своем говорят, бурчат там и так далее. Даже рядом Иисус идет, а они его не замечают. Когда мы с вами наполнены этими событиями, о которых Иисус говорит, будущее наше уже открытое, и небесный Иерусалим, и тысячелетнее правление до этого, и удивительная небесная жизнь у престола милости и благодати, и любование и прославление Иисуса Христа, оно уже сейчас, это будущее, на нас влияет. Потому что мы с вами наслаждаемся никем иным, как Яхве. И Иешуа, Яхве спасает прямо сейчас от засилья мыслей этого мира, от всех лжей этого мира, призывов, подачек и прочего.
Он спасает нас. А, да слушайте, я скажу вообще странную вещь. Наше будущее в Иисусе Христе, в нашем настоящем, когда мы в Него верим, изменяет наше прошлое. У нас два рождения. Рождение в вечную жизнь с Иисусом Христом. И та жизнь, которая была, иногда та жизнь пытается нас достать. И оттуда идет какое-то воспоминание черное, темное, грешное. Что делает наша жизнь, спасаемая в Иисусе? Этот грех на кресте. Не мучайся. Не возвращай его себе. За него заплачено. Откуда мы с вами это знаем? Послание к Колоссянам, смотрите. И ликуйте, и мы ликуем в этом. Колоссянам 2 глава. Смотрите, 13 стих. Вас, которые были мертвы во грехах и необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, слава Господу, простив нам все грехи, все они от нас удалены. Дальше, 14 стих, истребив бывшее о нас рукописание своим словом в жизни. Это рукописание было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил как к кресту, отняв силы у начальств, властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Какая красота! Вас преследует ваше прошлое. Слушайте! Поворачивайтесь к Иисусу и говорите: «Я верю в Тебя. Я верю в то, что произошло на кресте. Все мои грехи там». Какая красота! Некоторые говорят в этом мире, в разных местах этого мира. Евангелисты – это уж очень они зацикленные на грехах, и поэтому они такие подавленные. Послушайте, мы радуемся, потому что человек без греха имеет удивительную перспективу дарить жизнь и Спасителя в этом мире. Потому что он знает, что сейчас Бог побеждает, во-первых, его, нас с вами, и, во-вторых, через нас он продолжает эту жизнь, и он побеждает множество и множество и множество других людей. Да послушайте, мы живем с вами в фантастическое время, 2020 год. Когда-то я думал, интересно, надо же, доживу ли я до 2000 года. А сейчас мы не только доживаем, мы с вами полнокровно живем, потому что это измененное настоящее через него, правда. Я могу забрести не на ту дорогу, унылую, пустынную, глупую. Не вспоминайте. С прошлым, даже если это прошлое измеряется 5 минутами или получасом назад, все покончено. Наше прошлое преображено. Мы в новом человеке, в новом мы шагаем. И мы учимся делать эти шаги победоносные, потому что, как говорил пастор Нурлан в своем вступлении, мы являемся теми объектами наблюдения, за которыми наблюдают все. Правители не глупые люди. Они могут посмотреть на религиозного человека и посмотреть на нас – и сказать, какая разница здесь? Вот эти евангелисты, они измененные люди. Кто-то там подойдет сбоку и скажет, да это зомбированные.
Как ни называй меня, это уж твое дело. Сектант, зомбированный, что хочешь, говори. Только я думаю о Спасителе, а не об алкоголе, не о наркотиках, не о распутстве, не о грехе. Кроме того, я получил власть управлять. Прочь греховность, прочь. У меня важное время, время прославления Иисуса Христа. Наше будущее в Иисусе Христе делает нас уверенными в настоящем, воздействует на настоящее наше и настоящее окружающих людей. И вот уже появляются ученики, их жизни изменяются. Церкви? Кто я такой? Педагог, инженер, изобретатель. Но разве я пастор? Ну разве я могу насаждать церкви? Разве я могу говорить о духовных реалиях? Иисус говорит, во мне можешь. И мы с ним идем, и Господь одно за другим действие делает. И мы видим, как преображаются люди, сообщества, страны. Преображается их настоящее, и открывается будущее. И Господь на кресте разделался уже с прошлым. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за эту удивительную повесть. Повесть нового человека в Тебе, Господь. Повесть людей, которые живут вроде бы здесь, на земле, но уже знают о небесах, не о небе только, не о космосе только, а мы знаем вообще о небесах. Мы благодарны, Господь, что Ты решил, что подаришь нам такую возможность разговаривать с Тобою, питаться Тобою и получать эту благодать, милость, прощение, делиться с другими и ободрять в Тебе. Слава Тебе, Господи! Благослови те слова, которые мы слышали. Может быть, среди тех, кто слышит это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Слушайте, никогда не пожалеете. Примите Его прямо сейчас. Скажите простые слова в вашем сердце. Дорогой Иисус, я грешный человек. Прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, научи меня Твоему Слову. Люби, прощай, обучай, приведи в живую церковь, в живое слово. Славься, Бог мой, во имя Твое, теперь уже мой Бог и Спаситель Иисус Христос. Я прошу и молюсь. Аминь. Аминь, слава Господу!